child standing over there. Girl, you look so good. Yeah, you look all right. Hey, girl, hear me calling your name. Baby, I'm waiting to walk. See, you drive me insane. Первые зарисовки к этим книгам, тогда я еще и не думал, что будут какие-то книги, я начал делать в конце 80-х годов. Все это продолжалось около 20 лет. В результате к 2007 году оформились вот эти две книги, сборники зарисовок, в основном графики. Для себя я их называю: одна книга русская, другая книга шведская. Ну, так я их называю по географическому признаку, где какие работы создавались. В данном случае мы будем говорить о русской книге. Она называется «Странствие профессора П. На край света» или «От чего на белой луне появились темные пятна». Вторую половину названия читай так: почему на белой бумаге появились зарисовки черной тушью. Дальше возникает часто вопрос, кто такой профессор П. В двух словах мы сказать об этом не сможем. Единственное, что можем о нем сказать, что не очень-то он профессор. А все остальное, ну, будет понятно, если кто досмотрит до конца те видео, которые мы здесь предлагаем. Теперь, какова структура этой книги? Она состоит, эта книга, из двух книг. Первая книга — это тоже две части. Часть первая — это 16 глав, собственно, путешествие профессора П. Дальше идет часть вторая. Это две главы, называется «Искусство коллажа». Дальше идет глава «Акварели» и последняя — «Сад времени». После того, как эта вторая часть заканчивается, официально закончилось и путешествие профессора П. в этом мире. Но профессор П. человек непростой, он продолжил свое путешествие и в мире ином. Поэтому у нас есть книга вторая, эпилог и приложение, или 9 глав потустороннего мира, или что оказалось в мусорном ведре. Вообще-то это зарисовки, главы с зарисовками, которые изначально не должны были попасть в книгу. Поначалу мне казалось, что они неудавшиеся, потом мы все-таки решили, что все работы того периода мы объединим. Так получилось. Вторая книга. Значит, она состоит из 9 глав. Они, некоторые из них имеют такой экспериментальный характер. Здесь цветная тушь, зарисовки цветной тушью, искусство ксерокопии, работы карандашом и так далее. Вот такова ее структура. Поэтому по каждой главе мы сделали такие короткие видео. Каждому из представленных здесь в книге зарисовок соответствует своя конкретная музыка, свое конкретное звучание. Это довольно важный момент, потому что тогда, когда мы озвучивали видео, звучит именно та музыка, которая присуща только данной работе. Какая сложность для зрителя? От зрителя требуется хорошее знание музыкальных направлений, музыкальных стилей. Но если этого знания нет, это не беда. Еще важнее то, что надо относиться непредвзято к этим различным музыкальным стилям. И важно умение быстро и безболезненно переключаться с одного музыкального направления на другое. В данном случае вот эти видео, которые мы будем здесь показывать, они
предназначены в основном для зрителей, не владеющих русским языком. Надо признать, что эти главы, эти видео требуют более подробного пояснения. Эти пояснения будут записаны и будут в дальнейшем представлены, но поначалу они будут на русском и будут доступны только для русскоязычного зрителя. В дальнейшем мы надеемся перевести это также и на английский язык, но, видимо, это дело не ближайшего будущего. Таким образом, все теперь сказано, и мы можем отправиться в путешествие вслед за профессором П.